можно или нет разрезать выпуклый 17-угольник на 4-угольники. Если можно, то на сколько штук? Выпуклый 17-угольник разрезать на 4-угольники. Желательно тоже выпуклые. И узнать, сколько их может быть, наименьшее количество. Так, кстати, все понятно, что если у нас есть выпуклый 4-угольник, то вы его можете разрезать на 2-угольника, да? Поэтому если на несколько штук разрезали, то увеличивать количество без проблем, проводите среднюю линию. Вот. Поэтому интересно, какое наименьшее количество выпуклых 4-угольников можно разрезать в выпуклый 17-угольник. А можно вы точки не будете убирать? Вот они их поставили один раз, и не надо... Понимаете, вы пытались улучшить, это тем самым лучше, да? Спасибо большое. Спасибо вам большое. Во-первых, по сути, правильно. Нет. Единственное, что нужно сделать, объяснить, почему нельзя меньше. И давайте я картинку нарисую проще, потому что здесь есть ощущение чего-то сложного. А смотрите, как эту картинку можно было рисовать понятнее. Смотрите, что можно было сделать. Взять, отрезать 4-угольник. Что фактически произошло? Не стало двух вершин, правильно? Угу. Отрезать следующие 4-угольника. Понимаете? Да. Ну и, собственно говоря, так можно делать долго. А вот здесь уже нельзя. Потому что получился 5-угольник. Если я отрежу 4-угольник, останется 3-угольник. Это плохо. Ну а здесь ваш прием. Просто 5-угольник режется. Понятно, да? Вот. Вопрос, почему нельзя меньше? 7 или 6? Или еще меньше? С одной стороны, очевидно, что нельзя, да? Видно, согласитесь, что вот если вам сейчас без этих доказательств, нужно просто выбрать, можно или нельзя. Вы же выберете, что нельзя, да? Вот. Но, с другой стороны, все-таки математики все нам доказывают. Вершина у нас 17 получается. Вершина 17, да. Да, отрезая, ну, создавая каждый 4-угольник, мы отрезаем по 2 вершины. Непонятно. Потому что, вот смотрите, на правой картинке, но если бы эту процедуру отрезания начали бы, что называется, с другого конца, в общем, фраза слишком философская, чтобы считать решение. Итак. Есть общая фигура и этот сам 4-угольник. Потом дальше мы из общей фигуры создаем уже... Нет, еще раз. Я против философии. Соединение возможно? То есть, если да. А что плохо? Один 4-угольник. Речь шла о разрезании. Никто не говорит, что можно пользоваться только вершинами, которые у нас уже есть. Нет, вполне себе. Почему нельзя? Ну, то есть, то, что вот тут он образует еще одну точку. И что? Это не важно. Нет, вот на левой картинке тоже есть точка. В чем проблема? У нас вот две точки, которые мы... Когда обрезаем, у нас две точки, они все равно остаются на оставшихся. И это философия, потому что вы хотите сказать, что вот по-другому не сделаешь, а вдруг сделаешь. Чтобы образовать первый 4-угольник, нужно 4 точки из 17. Да. Тогда у нас остается еще 13 точек. Непонятно.
То есть, если вот говорить про то, что у нас остается точек, то смотрите, казалось бы, 5 четырехугольников хватит. А давайте посмотрим, чему равна сумма углов 17 угольников. 360. Сумма величин углов. Вообще, если у нас есть, скажем, 4 угольника, понятно, что он состоит из двух треугольников? Да. Да. И значит сумма углов 360 градусов. Да, на всякий случай. В какой-то момент надоедает всегда писать эти градусы. И есть такое замечательное обозначение. Смотрите. 180 градусов – это пи. И вот в таком случае пишут угол 2π. Понятно, да? Уже никаких градусов не пишут. Так называемая радианная мера. Так вот, если взять пятиугольник, из скольки треугольников он состоит? Из трех. Да, из трех. И значит, здесь будет 3π. 3. Если взять 17 угольников, то так вот взяв вершину и соединив ее. Из 15. Из 15, абсолютно верно. 15π. А мы режем на четырехугольники. А в четырехугольнике 2π. Так вот смотрите, когда 15 делишь на 2π, получается больше 7. Значит, 7 четырехугольников не хватит. Просто по сумме, даже если не смотреть ни на какие вот внутренние точки и так далее, даже если их не будет, непонятно как это сделать, чтобы их не было,